Рассказываем по секрету, дорогие друзья. По России сейчас идет такая тенденция, что тюрьмы, находящиеся в черте города, просят за эту черту как бы выйти. И сегодня мы хотели бы проверить мнение воронежцев на этот счет, ведь у нас здесь, недалеко от заставы, точно такая же тюрьма. Хотят ли горожане, чтобы она покинула город? Ну, вообще-то было бы лучше. Почему? Ну, а зачем в центре города такое здание? За пределами Воронежа было бы лучше. Ну, по-хорошему, да. А почему? Ну, это, я думаю, что это отдельно стоящее такое учреждение государственное, которое, ну, должно быть где-то за пределы города. Хотя бы не так сильно далеко, но хотя бы чуть-чуть. Да я не знаю, но как бы не мешает. Ой, такой сложный вопрос. Да я не знаю, может быть, наверное, стоит, скорее всего. Почему? Ну, наверное, как-то будет, может быть, более безопасно. Или как чисто психологически. Это все очень спорный на самом деле момент. Она уже столько лет в Воронеже, поэтому... Давно, по-моему. А почему? Ну, потому что удобнее будет всем, потому что туда транспорт, чтобы сделали, и все, люди, которые вот встречают там или носят всякие, все. Здесь же загрузка какая у нас? Там невозможно просто это все делать. Да она как-то мне не мешает. Ой, молодец. Пусть стоит, да? Пусть все на своих местах остается. А то и так все кругом поизменили, город не узнать. Честное слово, совершенно никогда не думала об этом. Я даже знать не знала, что есть тюрьма. У юбилейного, да. Ну как считаете, ей там место, не место? Да не знаю. Пусть считает администрация города. Нет, конечно. Почему? Ну, она здесь уже существует давно. Зачем ее куда-то двигать?